Желаете перекусить сыто и вкусно? Тогда это мексиканская закуска для вас. Смотрим и запоминаем рецепт фахитос с говядиной на все случаи жизни. Как и всем известная шаурма, фахитос – один из видов закуски на скорую руку. Для приготовления фахитос с говядиной возьмите болгарский перец двух цветов, хотя это не принципиально. Вместо тортильи можно взять обыкновенный лаваш. Также соусы можете использовать разные, какие вам нравятся. Прелесть мексиканской кухни – возможности менять ингредиенты и добавлять что-то совершенно новое. Я в фахитос еще и чесночек добавляю. Смотрим рецепт. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Режем перец полукольцами. Лук режем кольцами. Мясо кубиками или продолговатыми кусочками. На одной сковороде обжариваем и тушим овощи. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. На другой – мясо. Смешиваем овощи с мясом, добавляем специи. Готовые фахитос с говядиной подаем с подогретыми лепешками и соусами. Кушать можно как угодно, заверните, к примеру, начинку вместе с соусами, и подавайте. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Говядина 500 грамм, перец болгарский 2 штуки, лук 1 штука, тортилья 5 штук, сметана, томатный соус, сырный соус по вкусу, соль, перец, специи по вкусу, количество порций 4-5. Щелчок, клик, нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До новых встреч!